В текущем году в национальном конкурсе «Мерили от Басе» приняло участие 7 семей из 7 сел Денисовского района. Мероприятие было посвящено 30-летию независимости Республики Казахстан. Церемонию награждения провели представители отдела внутренней политики и культуры акимата района и местного филиала партии «Нур-Отан». За время существования национального проекта района этапа конкурса «Мерили от Басе» приняли участие 30 семей нашего района. Это является очередным свидетельством того, что проект, продвигающий семейные ценности в нашем обществе, востребован и пользуется популярностью. Семья Фроловых из села Желтырколь Николай Гаврилович и Миля Вильгельмовна воспитали 11 детей, 6 дочерей и 5 сыновей. У них 20 внуков и 13 правнуков. В основу воспитания легли трудолюбие и любовь к родному селу. На мероприятии присутствовали сыновья Фроловых Дмитрий и Николай и дочери Надежда и Наталья. У нас очень дружная большая семья. Мы очень любим свою маму, чтим память своего отца. Его с нами нет 29 лет, но мы все равно его помним, любим, никогда не забываем. Низкий поклон нашим родителям. И всего хорошего всем матерям-героиням, которые воспитывают такие большие семьи. Еще одни участники национального конкурса «Мерили от Басе» – семья Югай из села Антоновка. Глава семьи Юрий Сергеевич работал строителем, сейчас на заслуженном отдыхе. Ирина Дмитриевна – учитель физической культуры. Воспитали двоих детей – сына Анатолия и дочь Маргариту. Хочется сказать спасибо большое организаторам, что организовали такой прекрасный конкурс. Это очень нужный конкурс. Мы должны действительно наших детей, внуков, правнуков воспитывать в духе духовно-нравственного воспитания. Это прежде всего сейчас значимо. Семья – это колыбель всего человечества. Так считают в семье Бабамурадовых из села Приреченское. Нигматулла Холдарович и Гульнара Толгабековна воспитали троих своих детей и племянника, который находился у них под опекой. Для меня семья – это вообще все. Всегда на первом плане у меня семья. Вот. Я горжусь, что у меня такие детки. Пускай они все определятся, все. Вот. Пускай у внука все будет хорошо. И вообще желаю всем приобрести семью. Все участники конкурса были награждены почетными грамотами акима Денисовского района. Валерия Зиновьева, РТН, Денисовский район, при содействии телекомпании «Акцент».